Всем привет! Сегодня мы будем смотреть постройки DREAMPTS. То есть так можно летать, в принципе. Круто! Он гарпун за пулю от пушки цепляется и летит. А давай сделаем туториал на эту штуку. Так, берем, ставим 3 заборчика сначала. Все, я поставил. Ну, ставим стучки. Берем любой блок, ставим его там спереди. Два деления на улице. Теперь отводим блок. Получается блок. Придется мне золотые поставить. Делаем так, чтобы камера была в гарпуне, и ставим стульчики на деревянный блок. Внутрь гарпунов ставим стульчики, да? Поставили. Получается, мы ставим внутрь гарпунов стульчики, и на эти стульчики нужно поставить пушки. Их как-нибудь привязывать надо? Левую пушку привязываешь к левому гарпуну и к левому пушке, а правую гарпуну и правой пушке. Привязываем правую пушку и правый гарпун к правой кнопке, а левую кнопку отвязываем от правой пушки и правого гарпуна и привязываем к левому гарпуну и левой пушке. Нужно торт соединить. Нет, с этим. Сзади, когда вот так вот. Наверное, надо коллизию убрать, потому что пушка стреляет и прямо гарпун врезается в снаряд. Тортик вообще убрать надо. Так, все, сохраняю. Так, теперь я. Чтобы можно было дальше лететь, пушку нужно поставить много дальше. Тогда будет много дальше лететь. Я лечу, у меня получилось. У тебя такая идеальная конструкция получилась, что... Ой, я сейчас проиграю, мне кажется. То, что пуля как раз так в какой момент летает, то, что гарпун туда успевает. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока.